Всем привет! И сегодня я играю в Adopt Me, но у меня челлендж. И суть этого челленджа заключается в том, что я загадываю число. А если игрок угадает это число, получает пэта. Например, если человек напишет число... Что? Например, если я загадываю число 4, и этот игрок пишет это число, то он получает пэта. Вот такие вот правила, типа, да. Теперь подходим к вот этой девочке и пишем. Так, но для начала мы сыграем в новую игру. Я не знаю, что это и что тут делать вообще надо. Тут крабы. А, их собирать надо. Все понятно. Сейчас соберем. Давайте подойдем к этой девочке, которая сидит на зайчике. Так. Так, я загадываю число 3. Ну? Почему ничего не пишет? Так. Уже что-то не так. Так, да, можно. Конечно, я не против. 7. Увы, не угадала. Так, тут еще одна девочка захотела. Так, она спрашивает, какое число было. Я говорить не буду. Боже, они просто все захотели. Так, ладно, пишем «да». Так, я загадываю число 5. Пусть будет 5. Так, Алиса, давай число. Так, а почему не пишешь? Зачем мне 3 кидаешь? 5! Что? Ого. Так. Знаете, я, наверное, дам... Вот это яйцо. И давайте океанское дадим. Молодец, угадала. Так, смотрим, что напишет. В смысле, что ты угадала? Ты число угадала, ты чё? Так, мне эта девочка вот эта на зайчике кидает трейд и пишет, можно я. Только что, к тебе же подходили. Так. Так. Я загадываю число 1. Все. Число 1. Так. 3. Нет. Увы. Не угадала. Так, тут еще одна какая-то девочка. Пишем можно. Так, число 1 мы оставляем. Все-таки не буду ее менять. Смысл менять? Если не угадали. Ладно, если угадали. А так она не угадала, поэтому оставляем число 1. Так, решетки. 7. Нет, не угадала. Я сейчас хочу типа разыграть одного редпэта. Давайте возьмем миньона. Ну, в смысле, зачем его брать? Ну ладно. У нас еще одно число остается, его никто не угадал, поэтому сейчас подходим и посмотрим. Если кто-то угадает, я дарю этого пэта. Так, давайте вот этой вот девочке в мусорном баке. Так. Так, она выпрашивает пэтов, бедная. Так, ну... Ждем. 8. Нет. Куда все исчезли? Вот девочка на единороге была, уже исчезла. Все пошли играть, собирать мячики. Да давайте вот к этой девочке подойдем. Мы и так, в принципе, подошли. Отправляем. Число 1. Угадает или нет?
Да ты уходишь. Я тебе, как бы, обращаюсь к тебе. Окей, а число? Число, пожалуйста. 3. Ну, как бы, нет. Так, мы подошли. Можно я попробую угадать? Ну, конечно, можно. Так, давай, число. Ну, все прям подошли. Обожаю просто. Так, число. Ну? Ну, число 4. Неверно. Неправильно. Так, теперь она. Какое число? 5. Да в смысле? Никто не угадывает. Неверно. Давайте вот к этой девочке. Или это мальчик? Не знаю. Так. На Дудо сидит. Крутой пэт. Марина, давай. Так, не кидайте мне трейды. Вы что? В смысле? Она вышла. Ты чё? А как же попытать удачу? Много кто подходил, я уже не помню, кто был, а кто нет. Вот, давайте вот к этой девочке. Где она? Давайте к ней подойдем. И напишем. Куда она ушла? А, вот она. Ну, разыгрывается Right Pad. Ну, число скажи, и, может быть, победишь. Давай, я в тебя верю. Так, еще раз ей отправлю. Число назови, я тебе дам пэта. Ну, хорошо. Ну, давай, я жду. Все опять собираются. Число 6. Так. Число 6 неверно. Так, отключаем трейды, а то меня сейчас закидают ими. Так, вот еще одна девочка. Они все подходят и загадывают числом, хотя я их не спрашиваю. Ну, что это такое? Так, где девочка на единороге была? Вроде она. Так, 7. Так, 7 неверно. 7 неверно. Так, все. Так, подхожу вот к этой девочке. Число. 6! 6, опять 6. Сделаем так. Я загадаю другое число, а то это никто угадать не может. Давайте 9 загадаем и сейчас подойдем кому-нибудь. Боже, почему я нормально не могу сказать? Стой, ну куда ты ушла? Ну куда ты уходишь? Девочка, я к тебе обращаюсь. Так, все, понятно. Так, ну, пожалуйста, 9 назови. Пожалуйста, не молчи. А, она трейдится. Понятно. Вот она, девочка. Давайте тогда к этой подойдем. Назови 9, я умоляю, назови, пожалуйста. Вот, просто назови, я закончу это видео. 10! В смысле? Не угадала. Чуть-чуть. Пожалуйста, назови. Стоит, как ни в чем не бывало. Спокойно так стоит. Капец. Почему ничего не пишет? Может. Ну, пожалуйста, назовите число 9. Просто назовите число 9 и все. Короче, делаем так. Сейчас просто пишу в чат, чтобы все называли число. Если кто угадает, первый назовет число 9, тому я даю райтпэд. Ну, кто-нибудь, отзовитесь.
Так, эта девочка вроде уже была, я не помню вообще уже. О, давайте ей напишем. Только не уходи, вот просто не уходи, все. Вот, пожалуйста, вот не уходи. И напиши просто рандомное число. И пусть это будет 9. Пять. Почему пять? Почему все пять пишут? Тут 4. Все, это капец. Ладно. Она не угадала, но все же. Давайте ей что-нибудь дадим. Она, наверное, новичок, поэтому давайте ей такой бокс дадим. Ну и... не знаю, что еще можно дать ей. Пэта. Что-то написала. Так, все. Ну все же, может, новичок, надо помогать, да? Почему бы нет? Так, все. Спасибо. Не за что. Так. Так, девочка с пандой. Так, кто еще? Я не знаю, мне нужно разыграть вот этого поэта. Так, вот давайте сюда. Опять к мусорке. Да. Почему бы нет? 9 назови. Пожалуйста, 9. Я уже не знаю, сколько еще мне это видео снимать. Можно я? Так, ну давай. Может быть, кто-нибудь из них назовет 9. 4. Понятно. В пролете. Кто будет это видео смотреть, которое идет уже почти 20 минут, и тут ничего такого интересного нету? Ну я же говорю, назови число. Что происходит? Что за сервер? Так, ладно, подходим вот к этому мальчику или девочке, неизвестно. Куда ты уходишь? Ну, почему вы уходите? Я к тебе обращаюсь. Да они меня вообще не слушают. Обидно как бы. Могли бы победить. Стой, девочка. Эй, стой, девочка. Подожди. Ну куда ты? Девочка, давай ты. Пожалуйста. Ну что ты, а? Давай, девочка. Девять! Угадала. Неужели? Кто-то угадал, боже. Все. Ты чё? Поэтому я тебе дарю пэта. Вот, все, принимай трейд, ты угадал. Молодец. Принимай. Боже, неужели это свершилось? Все. Неужели кто-то угадал? Так, смотрим. Молодец. Все, неужели? Радуется. Все, все. Просто помогаем всем, кому можем. Если хотите вторую часть, пишите. Но, наверное, во второй части я уже буду как бы дарить райд пэтов, да. Как бы посмотрим. Да, вот такие вот дела.
пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, и всем пока-пока.